Всем привет, ребят! Ну что, настало время нашей новой прокачки. Будем пробовать сейчас прокачать шапку. Не знаю, кому там шапка, кому космо виднеется. Мне что-то больше напоминает шапку герой. Да, он похож на космо, но, блин, все-таки по скиллу, по всему, как он бьет массово, мне больше он напоминает почему-то шапку. Ну, не знаю. Пишите в комменты, вот давайте устроим, напишите в комменты, кому что напоминает больше, шапку или же космо. Они где-то плюс-минус одинаково. Так, окей, поехали. Эчо, вот так вот он у меня уже прокачан, то есть 10-я звезда максимальная, 72 подземки, пройдено, то есть 72 звездочки. То есть тут максимальный уровень, уже больше ничего не получишь. Дальше у нас по скиллу 10-10, то есть 8 героев, 1,5 секунды, 150 плюс 900. Короче, он самый топовый у меня сейчас дамагер, который есть. Пассивка на 32% увеличение. Плюс скилл плюс 3%. Ну, надо дальше качать, как видите, дофига надо. Так, дамаг 300%, 300 атаки двум вражеским и героям. Вот так вот, пассивка здесь добавляет 300 атаки, следующий уровень плюс 60. И самое основное, он магическую школу, заклинание плюс 10%. Так, вот так вот выглядит его эволюция, скажем так. У меня он уже на второй. Дальше, видите, надо дофигища, просто дофигища рун. Именно его рун, потому что тут вторая, там четвертая, я не знаю, что там будет. Здесь я, конечно, уже немножко прибавил, но для следующего надо много. Так, дальше. Это у нас скины, то есть вот так он выглядит просто, он так вот он выглядит, типа вторая часть, ну типа одежки, скажем так. Ну и вот самое основное, спирит левел. По сути, это тот же самый, мне кажется, прорыв. Видите, можно скинуть, то есть тот же самый прорыв, который у нас был и есть на русском сервере. Вот, то есть следующий левел нам даст прибавку, как видите, в некоторых статках. Так, 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 так. Блин, вылетело, где его статы посмотреть? А, вот. Вот его статки, 21 тысяча жизни. Как видите, довольно-таки немало. Ну, он, конечно, максимально у нас прокачанный. Атака и деф у него, в принципе, тоже неплохие. Ну, по дефу есть герои получше на такой прокачке. У него, видите, 400, тут 500. Тут меньше Минотавра. 300. Ну, то есть в зависимости от левела еще разница есть. Так, окей. Идем обратно сюда. тысяч набил, ну надо в райде бегать. Так, окей. Итого, что нам дает эта прокачка? По сути, опять же, за те же самые рунки, как видите, то есть это специфические руны, вот именно так они, типа огоньком спирит выглядят. Вот аугментация, то есть один в один нажали, плюс 25, плюс 25, по одной рунке снимает, 25, и оп, все, мы перешли. То есть у нас уже следующий вариант. Вот здесь мы можем, я так понял, выбирать. То есть вы выбираете, что вы хотите. Это будет в следующем направлении. Вот я выбрал, допустим, с 50, да, выбрал там ХП увеличить. То есть можно увеличить деф, можно увеличить атаку, крит резист, крит сопротивление, можно увеличить атаку. Вот давайте следующий. Вот опять.
Атака плюс 5, 50 раз можно. Крит дамаг. Это, по-моему, точность. Крит урона, если не ошибаюсь. А, вот крит дамаг, шанс крита. Это поэтому. А тут по дефу, видите, жизнь. Деф. Крит резист. Так, а что мне не дает там? А ну-ка, давайте еще разок. Ну, по 25 все время дает. Интересно. Попробуем, наверное, его в деф. Тут есть один, а и тут есть один. Атака. Крит дамаг. Он и так, в принципе, критует нехило. Там буду деф однозначно качать. Жизни пока вроде хватает. Вот фиг его знает, что лучше герою сейчас качать, но в любом случае непонятно, сколько тут прокачек всего максимум будет. А, их будет даже немного, потому что у нас есть сброс. То есть я не знаю, сколько левелов максимум. То есть можно что-то одно выбрать. Но если написано до 50, значит будет нормально тут прокачек. Так. Ну давайте зафигачим. Мне интересно, силу я еще не посмотрел, дает ли оно силу. Так, буду ставить на даф. Не вижу прибавки по силе. Может, потом прибавит. Так, а тут атака. Крит урон плюс 1,5%. Крит рейтинг, шанс крита. Буду добавлять, наверное, шанс крита, чтобы критовал. Десятый, одиннадцатый. Ну, я сейчас максимум сделаю, потому что этого героя я хочу на максимум вывести. Нереально крутой. 15, 16, 17. Вот так вот. Так, окей. Смотрим, что у нас получилось. Ну, тут я буду качать однозначно деф. А тут я буду качать. Атака. В принципе, так заоблачная. А вот шанс крита, чтобы критовал по максимуму. Вот так вот. Теперь у нас шапка выглядит. Так, ну видите, на силу это не влияет. То есть эта прокачка чисто так идет в плюс самому герою. В его статке. Но это по сути офигенная тема. Поехали сейчас посмотрим, что он сможет. Вообще. Поехали в рейд. Фарманем кого-то. Блин, да чё кидает таких противников слабеньких, ну? Вот смотрите, как крит фигачит. Сразу же крит 2000. Блин, нереально круто. Вот реально крит надо качать. С критом она будет просто шаманить. Плюс деф, чтобы не пробивали ее. Все будет огонь. Посмотрим ее остатки. До свидания. Ну, как видите, я пока все ресурсы в нее вложил, и в принципе я не жалею. По героям пока больше всего нравится. Так, а ну-ка зайдем в статки, посмотрим.
А тут остальные статы не показывают. 605 дефа у нее уже. Да, вот так вот. Ну, в принципе, неплохо, мне нравится. Давайте еще кого-то попробуем зарейдить. Ну, в общем, это длительная история, это долгие прокачки будут, не все так просто. О, отлично. Видите, кого жирного встретил. Ну, дамажит ее нехило тоже. Смотрите, сколько всех прилезло на домах. Сейчас я вас хлопну. Вот так вот одним залпом просто, тупо нафиг. Все, эти сейчас ушатают ее, к сожалению. Ничего себе. Эти за убийство приходят на магию нам энергия. Этот у него еще стоит. По всей территории пораскидывал. В общем, вот так вот, ребят. Ну, не знаю. Интересно, интересно. Ну, короче, то же самое, что и в битве замков надо. Но тут надо дофига фармить. И реально, нафармив такие камни, можно реально круто героев прокачать и тащить на арене на других локациях. Сейчас попробуем еще на аренку сбегаем. Интересно посмотреть на нее там сейчас. Как она будет. Ну, она и так выносила, я вам показывал, что нереально просто. Такс. Поехали на арену. Как обычно, ну, как всегда, дает хороших противников. Пятьдесят пятая левела. Запарили, блин. Минотавр даже не успеет, не успел ударить. Так, волк Рома ударил. Вот так вот она жахнула там нехило. Так, так, щит, 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 щит. Блин, щит далековато от нее. Ну, в принципе, должны затащить. Нормально. Сабди сейчас подбафила, все отлично. Нифига себе, там жесткий какой-то бог Рома. Нормально. Можно тащить и таких. И не таких тащили. В общем, нафигачили они ботов, но шапка вот это реально тащит. Надо дальше качать. Побольше гарнизон, надо и качать арену, потому что без прокачки арены дальше очень сложно. Плюс 13 дали. Надо, кстати, зайти в магазинчик. Брать осколки. Вот, видите, такие для
эволюция, ну, короче, куча всего, но... Дофигища всего, и это долго собирать надо на арене. Давайте еще кого-то попробуем найти. В общем, такие вот дела, ребят. Ну, не знаю, мне нравится, конечно, игруха, но дальше задротствовать надо все больше, особенно на мировой карте, искать противников, забирать оттуда плюхи. О, 2200 Петрова. Жесть. Жгут. Разработчики. 16-е левела. Тут, наверное, 60-ки, да. Уже 60-ки против меня. Обалдеть. Минотавр успеет. Успел. Так, ну вроде пока более-менее держимся сейчас. Сейчас главное не слить. Есть, красавица. Шапка, блин, просто обалденная. Отхил пошел. Так, теперь надо гарнизона нам. Так, отлично. Хотя ничего отличного. Сейчас мы их нафиг посливают опять. Жахай. Блин, куда ты полетела? А-а-а! Так, надо сюда срочно поддержку кидать. Хотя можно было, блин, можно было их с другой стороны закинуть просто, ты все. А, тут есть. Опять же, видите, как отхил спасает реально. Реально топовый, блин, хилер решает. А включайся ты давай уже. И таких мы ломаем. Вот так вот. Все. Всем удачи, всем пока.